В администрации Люберец прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники приняли бюджет городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Подробности в сюжете моих коллег. На плановом заседании присутствует 26 депутатов. После утверждения повестки и избрания секретаря народные избранники приступили к работе. Вопрос рассматривается важный – принятие главного финансового документа округа на ближайшие 3 года. Проведены публичные слушания, вы во всем этом участвовали. Мы стремились вовлечь эту работу наших жителей. Мы стремимся, чтобы эта работа была предельно публичной, предельно понятной и предельно прозрачной. 23-й год выделил для нас насыщенный. Мы реализовали очень много объектов, которые ждали жители. Это объекты благоустройства, это новые дороги, это и стройки, и сады, и школы. И самое важное, чтобы следующий такой же период и городской округ, и программы работали, и все было сбалансировано. Общий объем доходов бюджета на следующий год составит 18 миллиардов 437 миллионов рублей. Расходная часть превысит 19 миллиардов. В округе реализуется 17 муниципальных программ. Более 70% расходов направят на поддержку социального блока. Муниципальная программа «Культура» – 772 миллиона рублей. Что входит? Это выполнение муниципального задания – 607 миллионов рублей, проведение ремонтов – 53 миллиона рублей, организация проведения культурных мероприятий – 48 миллионов рублей, приобретение мебели и оборудования – 19 миллионов рублей. Главный финансовый документ депутаты городского округа Люберцы приняли единогласно. Народные избранники рассмотрели на заседании еще 2 вопроса. Они коснулись оплаты труда работников муниципальных учреждений и установления базовой ставки за аренду нежилых помещений. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Спасибо.